Добро пожаловать на канал Мыло Оп. Сегодня мы представляем вашему вниманию обзор гидролата лесных ягод 100 мл. Гидролат лесных ягод – это глубоко тонизирующая косметическая вода дикорастущих ягод. Душистая и очень полезная. А кроме того, удобная, ведь гидролаты – это отличные тоники, компоненты шампуней, гели для купания и других приятных для тела и волос продуктов. Гидролат лесных ягод действенно очищает кожу, заряжая ее энергией, снимая воспаление, устраняя следы усталости из кожного покрова. Он прекрасно питает и кондиционирует волосы, дезодорируя их ягодным ароматом. Для сухой кожи полезны питательные свойства воды лесных ягод, а для жирной кожи свойства гидролата нежно прочищать и дезинфицировать поры. Свойства гидролата лесных ягод таково. Легкий витаминный антиоксидант. Очищает, дезинфицирует кожу, сужает поры, тонизирует, заряжает энергией, подтягивает кожу. Оказывает омолаживающее воздействие, освежая и проводя профилактику от появления морщин. Тоже прекрасная основа для средств антивозрастной косметики. Средство для лечения проблемной кожи от прыщей, угрей, дерматитов, акне и экзем. Прекрасно увлажняет, расслабляет и устраняет воспаление. Сохраняет отбеливающий кожу эффект лесных ягод. Регулирует секрецию кожных пор, придает жирной коже матовость. Идеально подходит для комбинированной кожи. Применение гидролата таковы. Антивозрастной уход, гели для душа, мыло, увлажняющий тоник, косметика от пигментации, шампуни, бальзамы, очищающие средства, тоники, лосьоны, демакияж, крема, флюиды, крема под глаза. Вот такой удобной бутылочке мы отправляем гидролат лесных ягод нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!